потихоньку мемы скидывать. Ага, можно, можно. Пошли ебашить, хули, блядь. Пока там челики прибегут. Это, Седой, ты в Дисе? Седой, ёпта. Сколько у тебя там мечей, блядь? А в штанах два хера держишь? В Дисе, чувак, просто. Седой говорит, зайди в Дис. Синтек ебашит. Синтек, ну что ты там порешал хуйню в этом, как он называется? Разборки устроил. В этом, блядь, в общежитии, блядь. А чё я, блядь, предъявил? Ты им просто скажи, блядь, вот есть такой один войд, блядь. Он, блядь, тактику сейчас расскажет, нахуй. Блядь. Как дверь насрать, да? На туре, блядь. Как под дверь насрать, да. Ну как одна... расскажет? Есть одна тактика такая, втыкаешь иголку в этот, в кабель. Ну, хули, сейчас телевизор, наверное, не смотрит. Ну, может, и в кабель от интернета. И, короче, обламываешь кончик, чтобы там остался в проводе. И все, и пизда нахуй. Бля, тема охуенная, если бы мы не все сидели к одного кабеля. Новым проводом не контрится, да, это? Ну, вообще контрится, блядь, но ты поменяй его, поди, этот новый провод. У нас кабель-то на всю общагу, ну, на если так. Он сам себе обломает туда. Ебать, хуёвый синтек, хуёвый гайд. Меня моб в спину пиздит, а мне похуй. Нормально, да? Правильно, ты же танк. Ну как-то... Блять, мобы... А тебе что, не нравится, когда в спину? Не, не нравится, я не такой. Кто-нибудь рассеете ему ещё заклинание? Меня хуярят, сука. Нет. Танк, привыкай. Они фиряют меня, видишь, я, блядь, бегу к вам, а они один хуй меня загоняют вниз, блядь. Пиздец. Там, короче, магия на войде, Россия выйти. Ага. Синтек, только после тебя. Шутник. Рядовой шутник. Это что там, плюс миллиард ГП будет сразу, да? Ну там, что-то 20... Это будет звание шутника, блядь. Ну как в этом, в цельнометаллическом уже стоит, да? Рогов у тебя вроде нет, так что выбор невелик. Кто-то знает, откуда это? Нет. Хуй сосешь, сэр, никак нет, сэр. Херня, спорю, ты из тех, кто ли это. А, спорю, ты можешь высосать мяч для гольфа через поливочный шланг. А, нет, не так там было. Хуй сосешь, сэр, никак нет, сэр. Пидорас, сэр, никак нет, сэр. Херня, спорю, ты из тех, кто любого по-тихому отхуярит жопу, даже не поинтересовавшись, питает ли он к тебе взаимность. Я за тобой присмотрю. А, это, бля, это вот это, типа, военная комедия вот это, да? Ага, комедия, блядь. Какой нахуй аватар? Титаник это, ты чё? Хорош, блядь. Властелин колец, ебать. Третья часть, блядь. Аватар, нахуй, говорит. Бустер Смауга, ебать. Ой, блядь. Если, что, короче, если... как-то в КВН играли и поехали в Сочи на фестиваль. Нихуя. Пиздит, нас, я короче, сразу да. вижу уже. Да, да, и это... Да мы хуёво, команда была, нас просто отправили от универ. Ну и все, и это, ну мы, блядь, единственные были. Ну и все, мы приехали, короче, у нас в команде типок был. Ну и это, он... Что-то он всех заебал, короче, и он, блядь, напился и уснул. А мы заходим, а у него, короче, ну, чуть-чуть, короче, очко видно. И типы взяли, короче, фломастеры ему, блядь, нахуярили око Саурона, блядь. Ебать, это был разъёт, на. Сука. Короче, говорит, чуть-чуть, говорит, очко видно. На рогу? Да, заходи. Если что, надо обратно в сумму идти. Че, у тебя рога хоть десятку же дает? Будем вайпаться обратно за дюшно шамана. А то у меня жопа сгорит. Я надеюсь, не будем. А чё тебе на руки надо полутать? Какую-то шмотку там? Кожаную.
А-а-а. С кем разговариваешь? Да вон призом. Так, я рарник, хулиндрин. Кто еще там танк? Что-то танков нет. Да? Давай я потанчу. Так, ну давай ты, Хэлла, тогда сразу в это. Там бидон вроде прошел. Бидона надо. Да, да, его уже. Все равно Хэлла еще в хила. Хорошо. Все, я в танка, да? Да, да. Ух, сейчас повайпнем. Ну, хукмастер. Бля. Не могу пригласить члена другой. Так, кого посмотреть там надо? Эйт фредли лайк. Его надо. Так, 5 минут перекур есть? Да я хуй знаю, блять. Давайте, похуй, курите 5 минут потом. Может кто-то еще подойдет. Человек сдох. А что ты прокнули? У шамана в талантах есть. И сейчас у шамана Т4 еще то же самое. Да, так что. Что ты по-своему хороший? Хуйня. Так что там. У них просто разные, так сказать, моменты. Этот. Кто там? Кто на трэше с вас хочет, блять? Заходите сюда, хули вы там стали. А, я ж в танке точно. Ну кто будет на трэше? А, нихуя, кто такой? Долбоёб обнаружен. Ребят, молодцы. Срарник не зашел, давай кин, да? Падаем, что ли? Да, давай. Передаем вам привет, ребят. Сука, давай кин, блядь, хули ты стоишь? Быстрее бы забегал. А кто, кроме него, никто? Все остальные. А, вон еще кто там. Так я проверку делал, там ни рарника, ни давай кин. Никого нет, все. Во-первых, какой пидор спулил, сука? Мне что, дон качать на пидоров или что, блядь? На питомец хукмастера. Выходите, выходите, пока живые. Выходите, они исчезнут, блядь. А, может и нет. Но, блядь, хули. Ждем, когда исчезнут. Заходите вы, пока добежите до нас, мобы исчезнут. У них там 30 секунд жизни и 40. Блять, рыбу из-за вас придется ставить. Я понял. Получается ГП Вайтрейда. Это. Кто на трэше будет? Танки. Танки вымерли, блядь. Ну смотри, вот. У меня с агро я долго буду набирать, а рарник просто. Рарник на трэше хочет. Так, рарник на трэше. Я первый на боссе, хулидринг второй, синтек третий. Ставлю рыбу, добегайте быстрее. После хулидринга. У меня, короче, забирать во время каста, да? Вот он кастует, да. Я должен переагривать. Да. Ну ты смотри, там все это прожимай там дубовую через раз. Потому что если я застакаюсь, тебя не заберу, тебя разъебет там. Хорош. Но мордаун знает, да, там как за ДЦшника. Только в каст щиток кидаешь. То есть. Ну, если тайминг поймал, типа он раз в 15 секунд эту хуйню кидает. Хуяришь, типа, ну, я как за ДЦ играл, когда кидал молитву восстановления на, типа, перед автоатакой. И в идеале в это же ГКД там, ну, через секунду даешь щиток. И она, получается, он дает эту хуйню сокрушительную, и молитва его хилит, и щиток абсорбится весь, и он еще может от автоатаки даже спасти. Ну, я постараюсь. Как бы мне глаза в разные стороны не смотрят. Тебе нихуя больше делать не надо. Ну, кидаешь, сколько там, 5 там щитов, 5-7 щитов кидаешь там, вон, на ханта, на мага, на хилов, и хуяришь, смотришь, танк, каст идет, щиток в каст, успей на танк. В идеале, если молитвы восстановления закидываешь, заходите сюда. И самое главное, и самое главное, не кастуйте, когда этот пидор повешал нас печать Мактеридона, блять. Иначе вы проебете свою ману, блять, и еще и урон получите. Кстати, капристабаф можно? А, да, пока вы пристабаф даете, это плюсаните на кубы, кто будет. Так, значит, пойдет два носка, да? Два носка. Кто еще там умеет? Астеси жир не умеет, нихуя, да? Так, ревист пойдет. А. Давакин, кубы прожимаешь? Давай, твой треугольник.
Сейчас научишься, нахуй. Эй, я твой треугольник. И Вадикон Луна. Инструкция, Давакин. Вот видишь ромбик свой? Вот возле него встанешь, будешь стрелять в босса. Когда босс кастанет и закончится каст, я скажу, нажимаем кубы. Нажимайте кубы. Кубы ты нажал и держишь. И когда только 5 лучей в босса попадают, босс говорит нет, только не снова. И только тогда ты можешь самостоятельно отпустить. Если не знаешь, когда отпускать, лучше жди команды. Все готовы были, да? Тарарник не принял. Я чекну еще раз, еще позабираю ассистов. А что-то ассисты не забирают. А, у меня там орелы. Кнопка. Кнопка вон сверху. Нажми на нее. Вот это все. О, нихуя. Прикольно, да? Ебануться, бля, что придумали. Все готовы, короче. Это пускайте ближних боссов. Я дальнего грипну. Так, по два носка можно дать боб, я так думаю. По Эй тоже. Сука, какой-то пикник ел нахуй, какой-то нахуй железобетонный нахуй. Ну, батончик пикник, знаете, блядь. Испортились, кстати, как будто. Ну. Как будто он, сука, давай. На складе лежал 5 лет, нахуй. Да, да, да. Такая есть. Хуйня, блядь, пиздец. Пожалел, блядь, что взял. Он мне еще второй лежит. Два взял, блядь. Войти, я второй лежишь на боссе, да? Да, да. Ой-ой-ой, этот самый бидон ману ресы как-то, жри что-нибудь. Дайте столик там, есть у тебя жратва? Садись, жри, чтобы мана была фул на бой, иначе, блядь. А где таймер, сука? У меня таймера нету. Чё за... У кого таймер есть? До боя сколько? Уже нет. 24 нет, секунды может. Пишет. Что-то забагалось. Это, сука, из-за того, что мы запускали, забагалось. Скорее всего. Ладно, похуй. Тоже забавно. На туре. Все, вайп, ложимся на. Таймер забагался. Да, главное, чтобы он печати показывал. Куда вы на рад дали? Ну, печати вон в дебафах, блядь. Все, давайте Геру. Посмотрите, фильм называется «Затерянный мир», блядь. Что за фильм? На пиздец, скоро, блядь. Так, Синтек, готовься там, блядь. Брал. Нормально 3 раза подряд, блядь, печать? Да, нормально. Пойдёт. Полетел. Скоро будет вспышка, готовимся. По кубам стоим там. Ближе к своему кубику встань там, давай кину. Я нихуя не прожал, блядь. Вот сейчас, пока Халидрин танчит, вот. Сейчас он докастует. Вот теперь нажимаем кубы. Все, хорош. Сказал? Да, все, заебись. Все, отпускай, Давакин, отпускай. Дамажит же, блядь. Захильте Эйю. Эйю, подойдите, захильте хилы какие-то. Синтек, вот плакал, у него... Плакал, Синтек. Ревностный прокнул. Ну, на следующую там 50 на 50 сдавай. Стопудово. Кстати говоря, ну так, для справки, там демонов надо бить. Вон они вот выходят, а их никто не бьет. Вы думаете, заебись, да? Вот надо сюда подводить надо босса, диспелить, сбивать им касс. Давайте, фулл ауе по этим пидорам.
Сейчас по мне дамаг пройдет. Все там, ну, массакрус дашь там. Блять, рарник, хильти, хильти, что за хуйня? Почему на мне частицы все? Синтек, готовься забирать сейчас. А уешьте этих гусей. А уешьте сильнее. Можешь жопой поставить босса, чтобы, блядь, милики парирование не навели. А там Седой сдох. И Фарла сдох, нахуй. Это что? Это вы печати так хлопаете? Синтек Фарла ресой. Равист, иди Седого ресой. И Иннеры им зальете. Ой, блядь, еще демоны. Стоим, хуярим здесь. Кубы нажимайте, нажимайте кубы. Ну, кружок, нахуй, ну. Ура, нахуй. Ой, это спас рейд, блядь. Давай теряй с этим жопим не раздук. Давай, готовься забирать, значит, Хелла ставь тотем. Вардаунд гим на ману. Переводите бы. Да, да. Два моба убейте, вот под боссом один, мало хп, хнт готовься забирать. Кто там был, мастер вылетел. Одного моба, короче, еще убейте и переводите босса. Сейчас метку поставлю, какой там меньше всего хп, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Вот это вот лоу хп, что вам... Все, синтек танчит, синтека хильте. Все, по боссу переводите, готовимся к звездочке идти. 0.5% по боссу играем. Мобов потом сразу забиваем. Все, на тебе вроде. Синтек таунт нажмешь, то я таунт там нажал. Давай, мобов, все хуярим мобов. Вот сюда подходим и хуярим. Давай, Фарла, массакру там. Так, тебя бьет пока. Призен, давай тотем на ману и Беса гим на ману. Ударил. Мардаун гим на хп, дай. Ну ебаный рот, ну выйдите с ебаной лужи нахуй. Роги, блять. Где ложный выпад ваш? Давакин, какого хуя ты в зеленую лужу зашел, блять? Тебе что, стоять негде, блять? А, ребят, там можно дебаф снимать, вы не дамажите без него и он урон наносит. Снимайте дебаф нахуй. Это ваша мана. Маги, маги сдохли. Да кахули маги, есть совы еще. Да, была сова, которая... Так, что там, у Вадикона есть. Ладно, пока побьем так. Хильте нахуй. Песа, давай гейм на хп. Давай Вадикон по Фарла Иннер. Не кастуйте нахуй на печати Мактеридона. Так, и чё там, нету приста никакого больше, да? Ну, у вас маны не будет, нахуй, бейте рукой об босса. Так, синтек танчит. Я у синтека заберу. Реса, это хорошо. Ой, блядь, вылетел, нахуй, мордаунт. Реса Седова, Вадикон. А, мордаунт здесь, нормально. Ой, я нажал таунт, потом с тебя заберу. Седой, давай автоатакой бей, бафы на себя набафай. И бей автоатакой, резай ману клятву, прожимайте паладин и ПКД. Бидон, блять, экономим нахуй. Линдера нету. Кому именно рдать? Синтек дай. Ну дай по бидону. Пускай цепухи ебашит. Я, короче, заберу босса. До тотема минута 40, блядь. Ой, я забыл, что рарник забирает, я забрал, короче. Ну, с меня заберешь тогда. Так, кто рарник? Или холидринг заберет? Ну, как это? Хочешь рарник забери, хочешь холидринг. Не знаю. Он рарник забрал, ты с него тогда заберешь. Да, блять, почилили, блять. Маги, нахуй, у которых глыба есть, нахуй, сдохли, блять. Проклятие не диспелили, ясно все, блять. Рога ложный выпад не жмет, но он просто новичок. И Давакин, блять, зашел в лужу. Вот, пацаны, как там лежится, нормально у вас?
хорошей. Я тоже так думаю, блядь. А кто с хулидринка забирает? А Синтек? Синтек. А я вообще чилю, да, получается? Я понял. Ну да, может. Отдыхай, смотри за ситуацией. Да. Вроде хилят пока что, мана есть. Гибнов нету, до тотема 40 секунд. О, нихуя. Все, агри. Синтек чилит нахуй. Я с рарника заберу. Ага. Синтек прилег, блядь. Это, не проебите себя только, хилы. Себя проебете, пизда рейду будет. Так, а я с кого забираю? Забыл что-то, блядь. Меня заберешь сейчас. А. Ага. Рафника, ты свой да забирай. Так, что там у нас? Тотем откатился у этого? У кого? Хэла. У Хэла. Ну, это... Сейчас, подожди, что там до гимна? 50 секунд. Ждать, не ждать? Да похуй, ставь тотем, поебать, просто ставь все. Ну там зубы, капли, там всю хуйню. А Биг Гнем где? А хуй знает. Он был вообще? Там ты делал, что его не было? Он утром играл, а потом... Напоминаю про квесты на Мактеридона, если что. Если у кого-то есть, не забудьте сдать, сходить. Да, только быстрее там бегите, это... Сумка, как обычно, на кого бог пошлет. Он, бля, есть у челика, что ли? Квеста получил. Так, посох. Растеси жертей не надо этой хуйни. А куда Видишь? Тут тыкать? Я что-то понять не могу. А у тебя нормально, появилось? Кстати, ну там 100%, 50% это, и 10%. Ну вот у тебя 45-й посох. Если не надо, отказ. Вот он 100 нажал. Вот журавль вот этот. Крит дух. Ну за дырки только хорошая штука. Никому не надо нихуя, да? А он 50% трясижир. Игрок не найден, бля, я понял. Так, это параша надо кому-то? Бать, с двумя сокетами ебают. На распыл нахуй. Печать. Да, если что, на трансмог перчатки. А все нахуй не нужно будет на распыл. Так. Синтек, сука, не гоняй, блядь. Печати выраливает, блядь, сидит. Ну раз ты никому не На какой нужно, спек? Ну как не нужно? На какой ты, кстати, спек берешь? Ну-ка, блядь, сейчас мы тебя, блядь. На пятый. Не, тут кто-то первый, блядь, одевает. Точно? Не, серьезно, надо одевать мейнов, чтобы ЦЛК 25 хм проносить. Не ну, одевать ну, спеки с печатью. Ну да, да. Пинков. А нахуй он тогда ходит ЕП, блядь, лутает, чтобы не взять... Так печатью? Это... Не, просто там этот, есть мейн, этот, эрдру у него мейн считается. Вот ты же на эрдру кидаешь. Говори, да. Эрдру это хорошо. Говори, на эрдру берешь. Вот у меня есть перчатки, я могу их никовать каждый РТ. Ну вот, апай. Да там дохуя так-то... Могу никовать каждый РТ. Кажется, что типа никто не ролит, там человек 10 нажимают 100, блядь, типа, ну... А их с инстов, типа, всего лишь 3 этих хуйни падает. Не-не, да пусть ролит, конечно, без вопросов. Главное, чтобы профитно было. Ну да. Надо же как-то Саведа маг поднимать. Тоже факт. Это тебе еще бы было 3% меткости. Блять, а почему я посох не ролю? Да раз ты сижу рад. А нахуя тебе этот посох, блять? Че, блять, не можешь этот выбить, как он называется?
Зуламан. Зуламан. ТТГ. Нет, Зуламан мы ходим, он, короче, не падает, а в ТТГ... Ну вот сейчас мы придем, а ты скажешь, ну у тебя же мейн хил. Ебать. Ну тогда этот возьмешь у этого, растряси жира, блядь, 60-й, а я ему дам нормально. Не-не, у меня есть 258. Ну вот, видишь. Ну вот, а как дамажить себе, блядь? 258 с ТТГ? Нет, с этого. С плеча? Да ты единственный эрдру, ты в гере в эрдру нужен. Ну нету эрдру такого, как ты. Тебе пока что, ну, над собой не стоит париться, она не в приоритете пока. Вот если бы у нас был какой-нибудь эрдру, ну, твоего уровня, и тогда, и ты бы еще играл как Вадикон. Ну, дамажил, в смысле. То тогда, да, блин, забирай, что хочешь. Ну, чтобы дамажить как Вадикон, нужно лутать шмот. Как Вадикон. Да. А чтобы танчить как Вадикон. А скажи, скажи, пожалуйста, чтобы Элиму дамажить, что нужно надевать? Удалить Элима. Сделать НХ. Сделать ШП. Да нахуй НХ, ну, я, честно говоря, не знаю, Элим, ну, заебись, хорошо, шаман заебись, охуенно, ну, сука, такой бесполезный, блядь, он, вот единственное, вот я, знаешь, я вот, когда играю, вот, мы ходим какие-то рейды сложные, да, я вот в шаманах вижу таких ассист-классов, они такие же, как Ретри, как ШП, как Сова, они ассист-классы, но в плане того, что они немножко с другой механикой. Вот у них, допустим, тотемы, да, всякие есть. Потом, что у них есть? Они вставать могут. Потом они что могут? Они могут сбивать каст. Этого, ну, ни у кого нет. ШП тебе каст не собьет. Ну да. То есть, ну, дохуя... Каждые 6 секунд можешь сбивать. Да, ну, приколюха дохуя. И ну, это все в контенте в следующем. А оно это все понадобится. У кого? Короче, не стоит удалять, да? Ну, у разбойника куча возможностей сбивать касты. Разбойник это милик, блядь. А Элим это РДД. Тоже... А, хули. В таком плане. Элим в Т5 будет ебашить. Да? Серьезно? Паладин может нежить. Тоже там ебашь. Там... Тогда не буду, то, короче, спек удалять. Да не надо. Нет джифса ни у кого, что ли? Будет, может быть, когда-нибудь будет ситуация, что типа не будет, ну, не будет хватать ДПСа, там, 1030, там, не знаю. И будет вариант запустить 3 ШПшника, которые по 20-ке бьют, вместо Элемы, которые 15-ку бьют. 15 тысяч ДПСа выиграть. Вы типа... мне скажите, когда Ретрик начнет дамажить? Еще один. Ну так-то 20-ку дает, я думаю, это нехуевый дамаг. Ретрик. Так это в бишмоте, блин. В бис, да. Ну, вары также, блядь, только в бисшмоте что-то могут дать. Вот локов нету в гильдии, вот куда они делись все? Вымерли, блядь, вот локов создавайте. Я вообще хотел сказать истории, чтобы он на ШПшника пересаживался. Вот это Хаджими, я не знаю. Хаджими, ты тут, Диси? Он вообще, он... триня у него еще. А, это какая-то другая, я думаю, 200-я. Что, хилы здесь? Пошлите трешитесь. А я вот думаю, еще Дживс. Если... Дживс. Да, есть. Есть? Нет, может, холидринка. Потом поставлю, после треша. Единственное, что если долгонога выбить, попробовать с ним как дамажить. О, блядь, нафиг. Косты сбивайте, пацаны, там. Чем-нибудь. Да, добавили по ним еще одну механику протопалу с БФА сюда на Сирус. Так, предложение внеси админу. Предложение. Убивайте косты. Хорош, блин. И будешь ждать до следующего четверга. Хорош. Там на БФА вкачиваешь талант протопалу и под баблом на тебе мобы висят. Еще дополнительно агро генерируют. Ты имеешь в виду, прожимаешь бабл. Да. И они тебя бьют в бабл и иммуном. Да, да. С боссом такая же хуйня. Прикольно. Да. Не, просто здесь это как делается. Ты, блядь, прожимаешь бабл и просто таунтишь его.
Если были вот эти механики добавлялись. Я вам насчет котов много раз он предлагал сделать механику с Пандерии. Добавить экзекут фазу. А, ну, кстати, да. Они мне котам с Пандерией мне сказали. Шишка, они так еще ответили прикольно. Типа, здесь это не будет актуально, не хотим переапать класс. Вот, лучше бы шаманам добавили куртку. У них прям дамаг бы подрос значительно. Какую игру можно скачать на Xbox поиграть? Ой, да без понятия. Там самые пиздатые гонки на Xbox, кстати. Я не помню название. Какие? Какие на Xbox самые пиздатые, каких нет, блядь, на ПК? Не, мы про консоли говорим, мы не говорим. Не, ну консоль Xbox, ладно, Сонька, ну это же Xbox, и то нету этих, как они называются. Я не помню, Forza, по-моему, называется. Она есть на Xbox, ее нету на Sony. Она только на Xbox. И типа там пиздец, эксклюзив? Да, да, там пиздец охуенный график. Поставьте Дживс, пожалуйста. Стимулятор дальнобойщика качай, а себе не паришься. Синтек, значит, на двоих. А где остальные там? Ну, стресс, хукмастер, пес, у вас что там, блядь? Где вы? Бок вот жив. Спасибо. Где они, блядь? Дайте там инту лапу. Хукмастера нету. Ну, выходите, сумоньте их. Хукмастера, пес, на стресс, хуй знает, где они. Астрагория, блядь. Там видеоквест делается. Короче, гимна 2, тотема 2, инера 2. Синтек танчит двоих. Я танчу череп. Что там один на сумон выйдите? Айновен, забери ауру огня. Надо будет, короче, кому-то ка сбивать. Это будет, наверное, киса, да? Надо будет на луне сбивать каст. Довакин, у тебя есть глушащий выстрел? Опа, а у нас же лука нету. Нету. Чё туда? В 5 танков? Тилара, у тебя есть глушащий выстрел? Да 5, я хуй знает. Да ёбаный в рот. Да есть у неё. Она же в этом, в другом спеке. Это, короче, понятно. Давай, Хукмастер, ты тут? Где вы там, вы их суманете, нет? Не скачу на нее. Они там сумонятся, нет? Я чекал, они вроде были тут. Хукмастер, ПС, на стресс, забегайте сюда, где вы там, блядь? Да, сумон только пришел. Хукмастер, давай, наверное, в танк, рарник в ДД. Мастер, постоишь на луне. А на крестике постоит этот блюдринг. Вот, на луне там надо будет этот каз сбивать. Что ты думаешь делать с этим не с крошем, а с этим олмом под закрытие? Подкаст. Не... А, да, в натуре подкаст. Ебать. Ну, вариант только один, бить трэш. Вариант есть, знаешь, какой? Короче, надо еще одного танка. Вот здесь, например, держишь ты олма, а другой танк собак подальше отводит. То в момент взрыва они были далеко от этого. Ты хочешь сказать, раньше взрыва есть? По-моему, нет раньше взрыва. Ну, я так с пугами делали, вот, нормально прокатывало. Без лока. Без лока. Ну, я хуй знаю. Ну, да, блядь, типа, давай попробуем. Типа, если не получится, будем заливать. Ну, куда-нибудь там далеко. Если не получится, короче, ГП, да, Кости? Короче, давайте будем заливать, да и все, и похуй. Когда собаки появляются... Просто заливать и все, и поебать. Их там нехуй заливать. Заливать, вон у нас физуха есть.
Значит, смотрите, роги там, я не знаю, физухой как-то хуярьте, чтобы яды там сильно не хилили их. Потом два фурика заливаете и ханты заливаете, только физухой, автоатакой там хуярьте, потому что магия, она будет в 300% их хилить, этих собак. Вот, получается, что тогда? Получается, обратно в этого, в танк, рарник, ты тогда будешь на собаках в кружке. Вот. Я на черепке, ты собак забираешь, их 4 там всего лишь, кружок отводишь, вы там с миликами их спинаете. Магию туда не уешьте, 3 мага, 2 совы диспелите, вот хилы пускай хилят. Ну и все, Хулидрин на кресте, на луне хукмастер, синтек на двоих. Все вроде. Если собак убить, то взрыв, который он делает этот олм, он не нанесет урона. Все, проверка. Если успеют. Успеют, блядь. Ну хули там не успеть. Главное, бейте автоатакой. Магию там, яды больше, ну, сильно не применяйте там. Рарник. Готов. Так, даю отчет. Это только для танков. Ждем, когда все это активируется. Олм открылся, рарник, забирай собак. Милики сразу по собакам. Рарник, он, а не собаки. Какой, блин, собак? Блять, ну где ты был, блять? Собак бейте. И декурсите. А я не знаю, нахуй. Ну, это, уберите АУЕ, РДД. Уберите АУЕ, просто дайте физуху сюда. Они будут захиливаться. Ёбаный в рот. Давайте, милики, разбейте собак, потом будете босса бить. Они еще могут вас убить, блять. Магию только туда не кидайте, сука, не уешьте никакой магии. Просто автоатакой бейте их, у них хп мало. Все. Все, играем теперь по локу. Блять, ну рарник нахуй, ну мы же объясняем, ты где-то исчез куда-то, не слышал нихуя. Крестик бейте. Собака новая сейчас появится, сразу ее убиваем. А чё, блядь, Эйнвен сдох, нахуй? Вот как? Я крестик пошел бить, блядь. Нахуя ты его, блядь, пошел бить? Не знаю, ты сказал крестик бить, я побежал, он даже не так, подумал. Так, блядь, миники не бьют его. А я хуй знаю. Ресните чё-нибудь там, не знаю. Рес его ревесть. Давай мордаунт на хп быстрее. Забыли про прожимку. Еще раз крош. Да ебаная собака, иди сюда, нахуй, тварь. Сейчас это, надо мне не проебланить, надо сейв дать. То тяжело, блять. Значит, давай. Я свой сдал, войд. Кто? Полидрин. Хорошо, этот самый бидон, ставь тотем, мордаунт гимноману. Вадикон и НРП бидону. Так, собаку заливаем. Сколько там до коста еще немножко. Собаку зергаем. Так, готовлюсь незыбку скоро давать. Так, даю незыбку. Захиливаем. Хорошенько захиливаем. Инер по фарлу дайте. Подхиливайте войда, чтобы это не упало. Сейчас это, блядь, проебало эту хуйню, как она называется. Короче, этот самый, отскочи там кто-то, рарник, стаунти этого олма ебаного, нахуй, чтоб с меня стаки слетели. Ага, рарника похильте. Прожми 50 на 50. Сейчас 3 секунды еще. Ну куда ты?
Кто там открытый, кстати, сейчас я так и не понял. А также Крош. Так. ПС, ПС, давай на ХП. Я сдал. Так, ставь тотем Хэла и ПС гибна ману. Ты упал. Ну, блять, это охуенно, блять, хули. Блять, ну кто-то будет таунт нажимать с вас? Нет, у меня КД нахуй, я треугольник забрал. Ёбаный в рот нахуй. Резь себе водикон синтека, хули. Да не, залупа ебаная нахуй, все, ложитесь. Я ебал такую хуйню, блядь. Ой, у нас проблема в том, что нету лока. Да какая проблема? Нету проблемы в этом никакой, блядь. Синтетик уронил. Блядь, мое дело спросить. Сейчас Айновена нахуй в хила спекнем, он в милике не знает нихуя что делать, блядь. Шестого хила просто спекнем, блядь. Пизда, блядь. Хилы нахуй неопытные просто, блядь. Седой нахуй, что у тебя, блядь? Кого ты хилил вообще? Вот Фарла на первом месте, а ты на каком? Че, на ком у тебя частица? На мне что ли была? Или на синтеке, блядь, ты его проебал, блядь, просто. Ну-ка. Кто синтек тебя хилил там? Он его и хилил. Ну да, блядь, видишь, я сразу угадал, блядь. Седой нахуй. Хилил тебя, короче, Холи Дринка и синтека. На синтеке сейчас Айновен будет сидеть, блядь. Будешь на этом... Как он называется? На хукмастере. На хукмастере сидеть. Не надо вас, конечно, пачку закинуть сюда. Ну, ДЦшника выкинем, хуя. Видишь, все нормально. Трэш убиваем, все. Ну да. Только спекнись в танк. Чтобы забирать этот трэш из-под босса. Ты его забираешь, отводишь от черепа, чтобы РДДшники, когда вешали Олма, они не килили собак, а то их так хуй убьешь. Милики бегут вон в кружок, ну примерно в кружок, не обязательно ровно в кружок, просто 15 метров 20 от босса. И там с рарником его заливаете. Три роги, два вара и два ханта. Ханты только, напоминаю, магией туда не стреляйте. Значит, там Равист это предлагает на лока сесть. Да похуй на этого лока, блядь. Вы чё, блядь? Я же, ну, не ебите мозг. Этот. Значит, наверное, синтеки частица. Фарла, ну давай на этом. Ну пускай на Холи Дринка я кидаю. И седой тогда на этого, на хукмастера. Я тебя прохилю, у меня на Холи Дринке частица, его пробивает сильно. И смотрите, ману там экономите, сильно не уверхильте. Уверхилить только на косте, на крошевском надо. Так, все готовы. Да и отчет для танков. 5, 4, 3, 2, 1. Кегли открылась. Вон на синтеке. Смотрите агро только, чтоб там было. Вон три роги, можете на мне остаться. Собак напуливать по одному. А остальные идите, блядь, кеглю хуярьте. Хули вы тут, блядь. Вары там, блядь. Как на Зулжине отбегаете. Посмотрите, не сдохните там. Вон собака появилась. На носка агроски. Вулкан скинь. Надо. Святос лежит, блядь. Я понял.
Одну-то не надо, зачем? Только когда 4, рарник. Когда олом открывается, ты забираешь. Бля, пизда, чё за хуйня, бля, пацаны, бля. А чем мне заняться? Ну одну зачем забирать? Её, у нее магия не отхиливает ее, когда он закрыт, ее просто бьешь рядом здесь и все. Стой ее тут и танчи. А когда 4 появляются, когда открывается олом, тогда отводишь. Закрытие кроша, я сдам мастеру. Эма на огонь забить. На стресс, почили, блядь. Ну сейчас босс закрытый, по нему урона не проходит. Какая-то хуйня с уроном. Так я не бью его. Это просто клифф задевает. Это клифф баганый у вас. Крош. Я даже вихрь сейчас не буду использовать, блядь. Давай, ревист по Инновену. Инер. Вадикон тоже по Инновену, давай. А куда, в кого ты отдал? Фарла, что ли? Сюда же. Будет под закрытие дашь мастер. Да, да. Да, захиливайте. Слепоглазы бейте. Так, ну давай, бидон ставь тотем, мордаун, гимна ману. Хуэлла что-то ману дохуя. Рави стреснешь Святоса. Милики там старайтесь, не срывать. Уйди там, постой это, на стресс где-нибудь. Подожди, когда 4 собаки выйдет. Отойди от босса от этого. А то он тебя разъебет. И будет у нас везучий урон. Каплю по хукмастеру. Давай, 15 секунд и рез сервис Святоса. Главное не проебить его. Вот этот каст надо сбить там, если что, вот сбили. Еще собаку убьем. Олм открылся, вот эти 4 собаки, все забирай собаки. Милики, идите бить собак. От босса отойди, эту еще точечно забери собаку. Бля. Геру сдавать не будем? Да, 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 давай, давайте, ну как бы, блядь, это мало что даст. Магию там, напоминаю, не бейте в собак, иначе они хуй умрут, и мы просто сдохнем, нахуй. Они хилятся, блядь. Ну так магии не бейте, блядь. И декурсите. Быстрее по собакам, блядь, убивайте их физической атакой. Бля, лучше бы я в рейд. А киса там еще энхом, ну автоатакой бей. Быстрее автоатакой бейте их. Так, Айновен, готовь массакру. Лоу хп у которых собак. Айновен, давай массакру. О, пропали. Ну, повезло. Все, кроша бейте. Ну, мы сейвы все слили, я хуй знает. Так, что там? Есть еще. Под закрытие кроша я могу сдать массакру. Полидринг. Давай, значит, тотем бидон и пэса на ману. Равист, Инер по Айновену давай. У тебя КД нету. Так, массакру будет давать и на огонь кто-то еще поставьте там, чтобы мастераур был. Готовься фарла массакру давать скоро. Вот на эту хуйню. Давай массакру. Кегли открылась. Кегли идите бейте.
По святусу там есть? Нет, нахуй вообще. Ну да, от хули поделать. Все, гимнов нету больше. Так. ХП. Я собаку могу автоатакой бить? Да, да. Эта собака не хилится. Этот каст не пропускай, вот этот молитва исцеления, Хокмастер. Сокрай. Че, в себя дал синтег, блядь? Да. Собаки две убейте, возле Олма скопились, милики. Никто там. ДД тоже могут мультидотать. Чё-то, блядь, у варов с агром. С ауешным, блядь. Здесь, короче, какой-то баг на Киглере, я не знаю, почему, но... Олм открылся. Олм. Да заткнитесь, блядь. Рарник, забирай собак. Отводи. И их там ауешьте. Олма фулл хп, нахуй. Идите собак ауешь. Только... А, там звездопады хуярят. Они собак и хилят. Вон, физуха бейте, отводите. На стресс лежит, нахуй. Физуха минус, нахуй. Лес его дикон на стресса. Фулл баф, понимал. Проклятие диспельте. Рога, не упади, нахуй. Ну... Пизда, бля, ёбаный в рот. Ханты. Хантам нельзя бить, трэш вот этот, собак. А наверное, готовься. Град стрел, это тайная магия. Готовься, мы с икру. Ну, если они не знают, тайная и физическая магия, разницу нахуй. Я хули, печально, блядь. Вот и все, вот и привет, блядь. GG. Вот и как дела, нахуй. Может, я в ретрике буду, я ретрике больше урон. Да, ну, да, сейчас Равис на лука зайдет, нахуй. Место есть у вас? Нету. Нет. А мы можем, когда крош второй раз открывается, дать Геру и залить его? Ну, как ты его зальешь? Но у него осталось 3 мульта. Просто надо РДДшников побольше. Мы мертвые. Умрет крош, если будет гораздо проще. Чем тебе проще? Танк освободится один. Ну. Не будет ауешить по рейду, у хилов будет мана. Давайте, блять, кто там на лока зайдет? Войт, может ты кого-то на декурс на Олма посадишь, чтобы, ну допустим, мы с Эй били точно? Чтобы он быстрее упал, допустим, два захода. Кого? Я вообще стою, весь бой не бью Олма, типа. Ну кого, например? Двух ну, хилов, и мы тогда подохнем? Ну блядь. Нет, ну поставь растряси жир, я не знаю, еще кого-то. Там в 2-очка это все декурсится, делать некуда. Ну он растряси жир, диспелит 21, у вас по 40. Заходи, кто там заходит на лока, блядь? Да, заходи. Этот самый призан, блядь. Ну, либо на шамана, я хуй знает. Ну, потому что это залупа ДПС. Я могу подамажить. Или Биг Дэм, или кто-то заходите, блядь. Не-не, это хуйня. Я говорил, типа, ну... Нахуй это надо. 100 танков, блядь. Я могу подамажить. Дайте пать. Давай посмотрим, кого-то можно выкинуть. Кого выкинуть? Могу уступить. Хелло. Ты хилишь. Вот Хаджми, я тебя не знаю, у тебя ИП нету. История... Так а мы и так в 6 хилов вроде. Сейчас будет не 6 уже. Вот история. Я на замене покажусь еще. Где Биг Дэм? Ирвис сейчас еще зайдет. Кто на замене? Два носка может сесть. Нет. Бля, 4-й по ДПС, какая замена, блять? Ты Биг Дэм ШПшником идешь? Ну, мне без разницы, мне там ничего не надо, мне на кого не надо. Давай. А Хаджами что, ну, нужно туда? Так. Блять, вот Седой нахуй тут не нужен, блять, со своим хилом, ну я хуй знает. Короче, ладно, давай еще разок, я навену ретрика. 5 хилов. Никто, получается, и призен. Вот он так вроде бы. Все, это самое... Давайте Викторки, пожалуйста. А, Викторкин лок у тебя. Угу. Это нихуя не прилично, но еще быстро. Так, а кого выкинуть-то? Я что-то не вкуриваю, блядь. Я могу уйти. Кто? Жирок. О, Жирок, давай почиль. Викторку возьму.
Все равно ИП нету, нахуй, все правильно. Вот, это. Поставьте там себе портал в Долоран. Жир там, это, хожми, вот это трога. Почильте там. Вот вам стрим в Дискорде. Я надеюсь, кто-нибудь пошел сумонить. Мы не просто так стоим. Ну да. Пойду тоже посмотрю. Так, от меня нужен косноязычие, так ведь? От тебя косноязычие, да. Все, сейчас я его найду. Тут раскладка ебаницы ебут. Он вперед сумонит, молодцы, молодцы. Вот этой раскладки можно охуеть. Так, кто этот? Седой, ты куда ушел? Да меня выкиньте. А чё ты ушел? Он захотел, чтобы он уступил. Ну все, он ушел. Так, давай тогда этот. Акиса или Призен, кто с вас похилит? Три тотема будет. Иди, короче. На ФК. Ролл кидайте. Да, давай, Акиса, короче. Жир, ты еще тут? Да, я здесь. Так, обратно. Наверное, сюда, Биг Дэма сюда. Вот три приста, три шамана, блядь.